грязь. Ступаем желанием бешеным в связь, связь. Но никакими оковами не хочется сковывать рук. Замкнули связями новыми круг, круг. Сначала ты не замечаешь тех мест, куда ты попал, а после звездой обрываешь канал, канал. Одиночество, нет связи и нет проблем. Связываться не хочется ни с кем, ни с кем. Ну что ж, мы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Интернет-радиослушатели. В гостях нашей передачи «Живем» рок-группа «Десант». Правда, она сегодня в акустическом составе. Вот, и сразу же... Я правильно говорю? Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. И сразу же вопрос из чата. Паша, начни с «Ради Елены, плиз». С «Ради Елены, плиз». Я думаю, что «Ради Елены» мы поставим чуть-чуть на закусочку, если это можно. Она будет чуть-чуть попозже, и, к сожалению, наверное, она будет сегодня в стихотворном варианте. Меня простят? Наверное, простят. Напишут, наверное. Хорошо, наверное, что-то напишут. Ну, давайте тогда следующую песню. Следующая песня, да, следующая песня называется «Рамон». Это совсем новая песенка. Она появилась так совершенно неожиданно, как, в общем, и многие другие наши новые песни. В общем, любое творчество, оно непонятно откуда берется. Итак, «Рамон», а потом, если хотите, и о «Рамоне» поговорим. Когда город, устав, погружается в сон, из квартиры напротив выходит Рамон. Идет по дороге, ведущей на юг, где его поджидает то ли враг, то ли друг. Ему платят и златом порой, и он занят чудесной, но важной игрой. Выступающий пот вытирает платком и не думает он ни о чем, ни о ком. Thank you.
мистраль, синоватая прядь, ревединая сталь, перетянутый наглухо галстук змея. Это больше, чем он, но меньше, чем я. Здесь бывает так грустно и нечего пить. Невозможно успеть, невозможно забыть. Только необходима Рамона рука, чтоб слепить из тирана мученика. В этот славный октябрь, что стал ноябрем, мы с тобой по крупицам его соберем. И кольнув твое сердце, то ли страх, то ли сон, за спиной улыбаясь, возникнет Рамон. Прекрасная песня. Спасибо. Ну что, ребята, может быть, вы представитесь тогда? Да, представимся с огромным удовольствием. Да, с огромным удовольствием. Как лучше, если я буду всех представлять, или пусть каждый скажет свое веское слово? Лучше ты, потому что у тебя микрофон. А, хорошо. Тогда, значит, на ударных инструментах у нас Евгений Зотов. Замечательный человек, виртуоз, ритма и прочее, и прочее. Гитара Александр Антохин, самый молодой участник нашего коллектива, но при этом без его гитары это все бы звучало значительно хуже, поверьте мне. И я, человек с микрофоном, я Павел Сурков. Добрый день всем, кто нас слышит сейчас. Ну, расскажите, может быть, историю группы, как вы собрались? Собирались мы по-разному, собирались мы долго, прежде чем собрались в таком составе, в каком мы есть сейчас. Когда-то, очень давно, это было много-много лет назад, когда я собирал свой самый-самый первый коллектив, который уже тогда получил название «Десант», правда, тогда мы писались без апострофа, но вот сейчас пишемся с апострофом. Просто так, для того, чтобы люди спрашивали, а зачем это вы, собственно, стали писаться с апострофом? Вот мы говорим, а просто так вот стали. Передача «Живем» тоже пишется с апострофом. Живем? Да. Ну вот видите, какое совпадение. Вот, значит, у нас совпали апострофы. Мы совпали по апострофам. Да, наверное, поэтому мы вас и позвали сегодня в гости. Спасибо, спасибо. Всегда рады приходить на самые разные-разные передачи. Ну вот, собрались. Состав долгое время менялся, фильтровался. Кто-то уходил, кто-то приходил. Но вот уже последнее время мы играем вот так втроем. В электрическом варианте это выглядит тоже, надеюсь, неплохо. Я, правда, тогда сижу не за гитарой, а за бас-гитарой. Прячусь за 4 струнами, а не за 6. Но мы надеемся, что, может быть, уже этой весной вырастем до квартета. Сейчас активно выводим состав клавишника. И, может быть, на ближайших концертах уже вы сможете услышать нас как квартет. Вот. Но пока трио, и, в общем, трио нам живется тоже неплохо. На троих соображать как бы легче. Ну, давайте пока трио тогда. Пока трио. Следующая песня... Она тоже из числа новых, и называется она «Видение». Сейчас я подготовлюсь. Это такая песня в стилистике хорошего американского фолк-рока а-ля Боб Дилан. Вот здесь необходимо такой жуткий агрегат, который более подошел бы какому-нибудь стоматологу или садисту. Вот, сейчас я одену эту BDSM-насадку. И мы попробуем усладить ваш слух. Итак, «Видение» песня называется. Эта странная жизнь идет вопреки до сих пор не пришедшей зимней поре. Не пойму, то ли заклание в цирке, то ли шабаш в гостиной. Но я устал пугать всех и вся неотложным предсмертным концом. Даже пустые рассветные тени мне напомнят твое лицо. Мне сказал кто-то мудрый, наполнив стакан, что так полюбить — это грех, что я слишком поздно решил найти ту одну. Краснее всех, и порой я готов начать новую жизнь, отрекаясь от старых вождей. Но даже в названии бензоколонки мне вместо Би мерещится Джей.
кусаю губы. Мне даже не больно к четверти 27. Я устал от забот, но какая разница, кто доставит больше проблем. И в сущности, кто виноват в том, что я отвечаю за все и за всех? Но среди помех в телефонной трубке я упорно слышу твой смех. Я уже пропускаю верную карту, я делаю слабый и нелепый ход. Мне порою кажется все на смарку, а порою кажется наоборот. По подсчетам ангелов четверть века я вижу тебя во сне. Но это не важно, я скоро вернусь поскорей. Добрый день, друзья, с вами группа «Десант» и «Живое радио». Я тоже подключилась к вам. Меня зовут Анна Шмелик, и веду я здесь передачу «Не проза жизни». Вот, однако сегодня... Вот, пришла я послушать музыкантов, но, собственно, куда-то наши ведущие делись, исчезли. Вот, и... Но мы с вами... Да, здорово, что мы можем слушать такую интересную, хорошую музыку. Я вот... Пока слушала, заметила, что у вас очень романтичные песни. Стараемся. Что, по-вашему, вообще музыкальный романтик 21 века? Хороший вопрос. Страшное дело, я не знаю ответа на этот вопрос, просто потому, что у нас вообще и с музыкой, и с романтикой в 21 веке, по-моему, как-то не очень складывается. Ужасная штука. Есть такое, да. Вот буквально вчера читал замечательного очень писателя Фазиля Искандера. У него есть замечательные строки такие, что хорошие стихи, они как хорошее вино, они не вызывают похмелья. Вот в последнее время мне не встречались почему-то песни, написанные, скажем так, другими исполнителями, которые бы у меня потом не вызывали такого жесткого абстинентного синдрома. Вот. В связи с этим пытаюсь... заняться самогоноварением, что называется, и создать вот такой коктейль, как вы говорите, из романтики, чтобы он похмелье не вызывал. Так вот, наверное, настоящий романтик – это тот, кто прежде всего в том коктейле музыкальном и поэтическом, который он создает, это тот, кто честен, максимально честен и отображает то, что он чувствует, и то, как он это чувствует. Если у него это получается выразить в мелодии, в стихах, целиком в песне, вот в этом конечном продукте, и если этот конечный продукт удобоварим еще при этом, что особенно сложно, ну тогда замечательно, тогда он эликсир жизни сварил. Ну, позвольте уж узнать симптомы музыкального похмелья, чтобы, если вдруг наступит, знал точно, что со мной происходит, я думаю, наши радиослушатели тоже. А это когда слушаешь песню или того хуже исполнителя какого-нибудь, и ты понимаешь, что никогда в жизни больше, если случайно даже наткнешься на него на волнах радиоэфира, то радиоэфир выключишь мгновенно. Вот. И книжку не купишь, а тем более диск. Ну, а на стихи других каких-то авторов, не на ваши стихи, есть ли у вас песня? И если есть, уж исполните, пожалуйста. К сожалению или к счастью, не разобрался. Пока нету. То есть мы стараемся все делать самостоятельно. Просто потому, что, наверное, так будет честнее. Если кто-то напишет какие-то другие слова, мне не получится быть искренним при их исполнении. Я напоминаю, что с вами в эфире «Живое радио», наш субботний эфир. И с нами в группе, у нас в гостях, простите, я совершенно не готова к эфиру. Меня надо бить за это страшно и ругать. В гостях у нас сегодня группа «Десант». Буду просить что-то исполнить, и думаю, Алексей меня поддержит. Сейчас я поддержу и дополню. Тут вот вопрос в чате у нас появился. Но где «Десант»-то? Пишут, вот они мы! Радиослушатели. Вот они мы!
И, значит, я сейчас тогда объясню. Группа «Десант» находится в гостях у «Живого радио» на студии «Аутгард». И если вы хотите их послушать, вам просто нужно нажать кнопочку «Play» на плеере, который встроен на сайте, на котором вы пишете вот в чате, в котором вы находитесь. Вот, и тогда, скорее всего, у вас получится послушать группу «Десант». Надеюсь, что это получится, потому что песенку, которую мы сейчас исполним, она совсем новая, тоже ей, наверное, от роду без году недели, что называется. У нее такое длинное название, она называется «Баллада на похищение склоненной фигуры Генри Мура». Значит, дело было как? В английском Хертфордшире нынешней зимой, да, значит, украли огромную абстрактную такую композицию под названием «Склоненная фигура» автор был шотландский художник Генри Мур. Как, скульптура весила 2 тонны, как ее смогли увести, значит, вот эту вот махину, на каким подъемным краном ее поднимали, непонятно. Полиция сбилась, до сих пор не нашли, говорят, что ее переплавили просто на бронзу. Ну, может, ее по частям разобрали, потом в нужном месте собрали, таким образом. Наверное, в общем... Песня именно об этом. Итак, баллада на похищение склоненной фигуры Генри Мура. Раз, два, раз, два, три, четыре. Следы ведут к востоку от Хертфордшира. Бобби в панике стягивают собак. Но круг поисков с каждым часом становится шире. Среди начальства дело даже доходит до драк. Сенсация сперли почти 2 тонны искусства. Среди бела дня была и не стала вмиг. Скульптура должна олицетворять какие-то чувства, в том числе чувства зависти и интриг. Так, аллегория, бронзовое чудовище весом 2 тонны. А когда-то зрители спорили о количестве тараканов у автора в голове. Но сегодня ее называют сокровищем нации. И старушка-смотрительница рыдает в углу. Возможно, это кража, лишь декорация безумного факса, невидимого сквозь мглу веков. Когда фойл из бронзы становится выше стоимости любых эстетических чувств. И торги на бирже, если я верно услышал, сегодня стали важнейшим из всех искусств. Спасибо Павлу из группы «Десант». Мы продолжаем наш эфир. И у меня возникает новый вопрос к нашему музыкальному романтику. Паша, у вас тексты очень интеллектуальные. Наверное, у вас очень такое образование высшее. И сразу даже 2 или 3 сразу. Давайте колитесь, рассказывайте. Колюсь, рассказываю. Во-первых, давайте только договоримся. Слово «тексты» не употребляем. Я очень надеюсь, что вот там у каких-то других групп тексты или текста, как еще говорят, или даже слова... Я очень хочу, что рано или поздно буду говорить о том, что у нашей группы там музыка и стихи. То есть это мы пытаемся творить, делать какие-то вещи именно вот в категории стихосложения и музыкальной одновременно. А как поэт вы отдельно существуете? Стараюсь существовать. Ну вот, ладно, я уж раскрываю карты. Мы сюда пришли не просто так, мы сюда пришли к вам с подарками. И эти подарки обязательно после эфира подарим всему коллективу на замечательного «Живого радио». Ну, будем считать, что это в честь 8 марта и прошедшего 23 февраля. И прошедшего февраля. Наступающего 8 марта, прошедшего 23 февраля. И вообще сегодня масленица, в масленице надо есть блины, поэтому подарок вот такого желтого цвета.
Это книжка, да, собственно, вот я вижу книжку такую очень интересную, да. По-моему, даже это не сам издат, если это я не обманываю издат, зрение. Это не сам издат, это нормальный тираж, вышла она где-то примерно полтора года назад, сейчас готовится вторая книжка, она, правда, будет, это будет не поэзия, это будет проза. Это ваши стихи, это, да? Это здесь стихи и песни одновременно, то есть книжечка разбита на две части, первая часть – это стихотворения, которые, к сожалению, по каким-то причинам песнями не стали, вторая часть – это песенки, которые… существует. Называется она, собственно, «Весна проходит стороной», как называется одна из наших песен, которую мы вам чуть попозже, наверное, обязательно сыграем. Вот. Что касается образования, возвращаясь, да, к вопросу, я, как однажды сказал, я юрист по образованию, рок-музыкант по состоянию души. Я юрист, я кандидат юридических наук. Помимо этого, у меня есть еще экономическое образование. Вот так получилось. Мы многим музыкантам задаем вопрос, можно ли на музыке заработать деньги. Вот можно узнать ваше мнение по этому поводу? Можно на музыке заработать деньги? В принципе, конечно, можно. Вот на вашей музыке в России вот в 2006 году можно ли заработать какие-то деньги хотя бы на хлебушек? С молочком. Мы надеемся, что... В 2006 году нашей музыкой мы заработаем себе огромные миллиардные капиталы, купим каждому по личному самолету, общий теплоход, 4 виллы на Канарах, 3 отдельные и 1 общую. Вот. Обязательно собачью ферму по разведению фаршерских терьеров, ручного коалу и уйдем на покой. Ну, спасибо Павлу и группе «Десант» за откровенность, честность и богатые творческие планы. Я напоминаю, что с вами «Живое радио». Мы вещаем вам из студии «Аутгард». И благодарим нашего провайдера интернет-связи «Intel.com». Спасибо, спасибо. Паша, пожалуйста, вам слово. Пойте. Сейчас, минуточку. Друзья, вы, пожалуйста, задавайте вопросы свои в чат. Потому что почему-то нам перестали совершенно задавать эти вопросы. Чат находится по адресу liv-radio.ru/чат. Либо вы можете на главной странице сайта livradio.ru найти там ссылочку «Чат», попасть и задать свои вопросики. Так что ждем вашей поддержки в чате. И с нами группа «Десант». Продолжаем наш эфир. Не плачь. Песня называется «Не плачь обо мне». Следующая. Смотрела в его лицо, что почти забыла других. Он стоял и смеялся, но это было давно. И она понимает, что я — это я, но счастье удел двоих. А когда из третьей, то это совсем не смешно. Я скажу тебе все, что был должен давно сказать. Но мой беден язык, и мне не хватает слов. Я играл в дурака, я был слишком умен, но скажите, как отвечать на вопросы, которые заданы шорохом снов. Просто... Это весенний ветер, он растает в летней жаре. Дальше будет осень, а после, наверное, зима. Но если я завтра снова умру, родная, не плачь обо мне. В этих страданиях ты виновата сама. Я попробую все забыть. Разве в этом счастье, наверное, я устал? Я стою над водой, ну а ты никогда не умела меня любить. Я тебя не виню, я об этом с рождения знал.
просто. Это весенний ветер, он растает в летней жаре. Дальше будет осень, а после, наверное, зима. Но если я завтра снова умру, родная, не плачь обо мне. В этих ошибках ты виновата сама. Еще раз! Просто это весенний ветер, он растает в летней жаре. Дальше будет осень, а после, наверное, зима. Но если я завтра снова умру, родная, не плачь обо мне. В этих страданиях ты виновата сама. С нами по-прежнему музыкальные романтики из группы «Десант» и «Живое радио». Павел, скажите, пожалуйста, как сочетается вообще такая романтичность и название группы, чем оно вызвано, как оно появилось? Появилось путем перста указующего судьбы. Когда мы выбирали название, в общем, названия были самые разные. Там предлагались, я уже даже не помню, даже, по-моему, мы хотели называться «Бременские музыканты». Ужасное дело. Вот это ближе, мне кажется. Еще женский вокал и только вот серенады петь под окном прекрасной принцессе. Не знаю, женский вокал, не получалось у нас никогда с женским вокалом, и, наверное, не получится. Опять же, только к сожалению, только к счастью. А представляете, назвались бы мы «Бременские музыканты». Пришли бы мы вот так на интервью, вот и спрашивает нас хитрый интервьюер, а кто из вас осел, а кто из вас петух? Ну, хороший вопрос, да. Вот и думай, как отвечать. Ну, и кто осел, кто петух, спрашивает хитрое интервью. Ни ослов, ни петухов не держим, к сожалению или к счастью. Штука в том, что решили, что давайте так сделаем. Возьмем газету, первую попавшуюся, которая подвернулась под рукой. Я ткнул в эту газету пальцем, и то слово, в которое я попал, собственно, и стало названием группы. Я попал в название «Десант». Потом, как я уже сказал, мы поставили туда апостроф. И живем так с апострофом и по сей день. Это была какая-то военная газета? А я уж не помню даже, что это газета. Надо было ее, наверное, для музея сохранить. Хорошо, что не ткнули в газету «Жизнь», в общем. То было бы, я думаю, что... А тогда газета «Жизнь» не выходила, когда мы только начинали свою музыкальную деятельность, как «Десант». И это была какая-то такая хорошая газета начала 90-х годов. Ностальгия, да, ностальгия. Настоящий ностальгия. А сразу же ли вы играли в таком составе? Нет, как я уже сказал, состав претерпевал колоссальные изменения. Мы тут как-то считали, сколько за время существования людей прошло через команду под названием «Десант». Паш, вот можно сразу такой вопрос, как вы считаете, какие музыканты могут играть вместе? Ну, то есть найти своих музыкантов очень сложно. А должна ли у них быть какая-то общая черта? Понятия не имею, если честно. Если люди хотят играть вместе, они будут играть вместе, и никакие расхождения, там, не знаю, нравственные, религиозные, вкусовые пристрастия, им ничто не помешает играть вместе. Если люди по каким-то причинам вместе играть не хотят, то их никто не заставит это делать. Поэтому у нас в группе такое неписанное правило существует, что если по каким-то причинам ты... не можешь сегодня играть, или там, а может быть, ты не можешь играть вообще, может быть, там тебе что-то перестало нравиться, то там, мы всегда расстанемся друзьями и будем думать о том, как выходить из той или из иной сложной ситуации. Но могу сказать одно, что вот эти три человека, которые сейчас сидят перед вами, я надеюсь, что этим трем людям, вот сколько мы уже играем вместе, наверное, что нам всем троим это делать в кайф. Да. Что мы прошли через хорошее, через плохое. Надеемся, что нам впереди предстоит еще больше хорошего и еще меньше плохого, чем это было. Я хочу сознаться за себя, за Анну Шмелик и за Лешу, что нам тоже в кайф на вас слушать. Мы надеемся, что и нашим радиослушателям тоже по кайфу сидеть у своих мониторов и слушать группу «Десант». Вот, а я сейчас буду каверзной. Я попрошу вас прочитать что-нибудь из своих стихов. Mm-hmm. Что-нибудь маленькое на память и быстро. Маленькое на память и быстро. Вы хотите посмешнее, вы хотите полиричней? А, я хочу полиричнее.
сделайте мне уж такой подарок к 8 марта, я буду просто счастлива. Тогда я тоже буду каверзным, я прочитаю лирическое стихотворение, такого лирического характера с юмористическим уклоном. Оно называется «Воспоминания слесаря третьего разряда Иванова Петра Петровича о посещении Лувра в составе туристической группы». В отсутствии шарма и лоска мне в жизни не часто везло, но, думаю, толку в Венере Милосской не больше, чем в бабе с веслом. И лет через 300, возможно, замкнется история круг, достанут из праха ее осторожно, без ног, без весла и без рук. В музее охрану приставят, наложат запрет не курить, шедевр 20 века восславят и станут туристов водить. А нас, к сожалению, не будет, и кто ж им расскажет, козлам, как пили простые советские люди водяру под тенью весла. Но знайте, в грядущей Европе мы тоже в бессмертие войдем, ведь веское слово у бабы на попе я нацарапал гвоздем. Спасибо большое Павлу из группы «Десант». Наверное, у нас все-таки не поэтическая передача. Я гну свою палку, тяну на себя одеяло. И, в общем, это не очень хорошо с моей стороны. Давайте играть музыку. Давайте. Собственно, песня, которую сейчас сыграем, она как раз и называется так же, как называется вот этот поэтический сборник. Она называется «Весна проходит стороной». Кстати, скажу еще один открою секрет. Именно на этой студии «Аутгард» и была эта песня, собственно говоря, записана. За что студии, откуда мы сегодня поем. Огромное спасибо. Итак, песня называется «Весна проходит стороной». Пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Среди рассеянных домов, по пропыленным мостовым, по лабиринтам старых снов, опять спешим, опять бежим. И тени странные скользят, мы не торопимся домой. А между можно и нельзя, весна проходит стороной. Браво, браво. Хочется надеяться, что все-таки весна не пройдет стороной ни мимо меня, ни мимо вас, и ни мимо, конечно же, наших радиослушателей. Я напоминаю, с вами в эфире «Живое радио». Мы вещаем вам из студии «Аутгард». Благодарим мы ее за теплое и уютное помещение. И, конечно же, благодарим нашего провайдера, интернет-провайдера Intel.com. Спасибо, спасибо. Вот, а я вижу, что Леша тут уже очень хочет задать вопрос. Можно я? А что это у вас за интересный барабан такой? Как он называется? Эта штука называется чхангу. Это такой корейский барабанчик. На самом деле на нем играют палочкой. На нем играют палочкой с двух сторон, по нему бьют. Вот, но можно играть и руками, собственно, как Женя это делает. Прекрасно получается при этом. Да, это настоящий корейский барабан, привезенный из Южной Кореи, из города Сеула.
я вообще стараюсь собирать разные этнические такие музыкальные инструменты. Вот на пластиночке, которую мы недавно сделали, она называется «Проверка звуком», там, например, звучит греческая мандолина «Бузуки», которая тоже была из Греции, когда-то там привезена. Вот есть чхангу. Есть, иногда у нас звучит флейта факира, да, такая индийская с ужасным совершенно звуком, пронзительным, пищащим. А кто на них играет, на всех этих инструментах? Ну, когда как, вот... На флейте кто? На флейте, кто гудел? Да, гудел туда в эту наш бывший бас-гитарист Сережа Холманских. Вот, посмотрим, кто будет в этом концертном сезоне дудеть. Наверное, я буду в нее дуть, в эту флейту факира. Да, я хотела бы сказать, что наступает не только весна, но и лето. Собирается ли группа «Десант» куда-то выезжать на гастроли? Собираемся. Мы очень, очень надеемся, что мы поедем по разным фестивалям этим летом, которые будут проходить. Из ближайших таких хороших концертных планов, вот буквально-буквально на следующей неделе, 7 числа, у нас будет концерт, посвященный такому Международному женскому дню. Вот, 7 числа мы играем в клубе Плеханов сольную программу, вот, которая пока, я думаю, что она будет называться «Годовая норма осадков», но это такое название пришло недавно в голову. Но мы еще, это группа, я, если честно, для группы, наверное, тоже сюрприз, такое название. Да, группа улыбается, да. Наверное, действительно сюрприз. Потому что это название я придумал сам совсем недавно, еще до группы не выносил. Но вот вынес публично. Так что, если хотите меня публично за это дело отругать, можете это сделать прямо сейчас. Вот, я надеюсь, что мы сыграем там и акустические песни, вот, которые сегодня для вас играем, и, может быть, что-то еще, так что приходите, будет интересно, должно быть интересно. Мы постараемся, во всяком случае. Хорошо, ну и продолжая тему странных инструментов, каков самый-самый странный и необычный инструмент, на котором в вашей группе играли? Ну вот бузуки, наверное, бузуки, вот это вот греческое. То есть сначала вы покупаете этот инструмент за местные гривны, гроши и тому подобные денежные единицы, да, потом садитесь и по самоучителю или с каким-то гуру учитесь, как играть на этом инструменте, потом уже исполняйте, наверное, свои. Я скажу больше. Знаете, как у Beatles случилось? В 1966 году, когда они снимали, в 65-м, прошу прощения, когда они снимали фильм «Help», и кто-то из индийских музыкантов на съемках забыл ситар. Вот Джордж Харрисон к нему подошел и начал на нем играть, как будто бы вот на обычной гитарке, там что-то наигрывать. Ситар издавал какие-то очень странные звуки, но, в общем, мелодия какая-то вырисовывалась. После этого там Джордж Харрисон долгие годы учился играть на ситаре, но вот первые ситаристские опыты Джорджа Харрисона, они, вот, по-моему, оказывались такими наиболее... Они хоть были наивны, по сути, там, по мастерству исполнения, но они были наиболее душевны. Поэтому я не могу назвать нас супермузыкантами-виртуозами, ну, за исключением Саши, конечно, вот, который безусловный виртуоз. Мы просто стараемся, что если эта штука, которая попадает к нам в руки, если она звучит, и если ее можно где-то записать или где-то на ней сыграть, почему бы это не сделать? Как получилось с этим вот самым барабанчиком? Вообще планировали, что будут там звучать другие инструменты, да. Но... Но появился вот этот чхангу, и, в общем... Который, надо сказать, очень здорово все-таки звучит, без всяких там даже и палочек. Вот, Павел, вы только что упомянули Beatles. Да. Есть ли у вас и у вашей группы музыкальные ориентиры какие-то? Наверное, нет. Если... Да, то есть мы... То есть портрет БГ не висит на сценке? Висит, даже песня есть. Я тоже слушал БГ, я люблю группу Queen. Да, есть, была такая песня, где я тоже слушал БГ, я люблю группу Queen, но... Я, кстати, почему-то, когда вы стали говорить про эти инструменты, первая мысль была про БГ, песня «Рыбака». Есть такой тоже альбомчик, да, замечательный, где господин БГ экспериментирует со всякими необычными звуками. Вот, все-таки о ваших музыкальных ориентирах. Скажем так, мы слушаем очень много разной музыки. В основном, наверное, отдаем предпочтение все-таки музыке зарубежной, потому что в отечественной музыке, в современной, к сожалению, мало на что можно равняться. Там вот какой-нибудь Борис Борисович – это такое счастливое исключение из правил. Вот. А опять же потому, что, как вы сказали, он не боится экспериментировать. А зачем равняться на тех, кто экспериментировать боится? Вот. И
слушая вот так всего понемногу, не являясь таким, не знаю, безумным фанатом или безумным поклонником какой-то там одной группы или одной стилистики, сохраняя, наверное, ясность мышления, прежде всего ясность музыкального мышления, и может, наверное, что-то из этого стоящего получиться. Я сейчас говорю, я ощущаю себя каким-то, не знаю, седобородым стариком, который сидит перед детьми в школе и чему-то их пытается научить. Ужасное ощущение, если честно. Я не настолько старый, если... К сожалению, сейчас видеотрансляции нету, наверное. Ну, давайте я расскажу. Павел представляет собой тип достаточно успешного молодого человека с горящими небесного цвета. Это седобородый старец. Да, да, голубыми глазами. Он постоянно мне улыбается и вот, кажется, вот-вот подмигнет уже. Даже, вот уже даже подмигнул. Вот, а как выгляжу я, никто не просил показывать, между прочим. Вот, а на самом деле БГ прошел некий путь, да, то есть от расколбаса рок-н-ролльного и какой-то романтики он пришел к некому статичному просветлению, скажем так. Не планируется ли у группы «Десант» такого в конце, либо же в более позднем периоде творчества? Ой, дай бог, нам всем достичь какого-либо просветления, сесть вот так, успокоиться и смотреть, как у подножья той горы, на которой ты сидишь, медленно проходит там какая-то жизнь. А ты сидишь, ты выше всего этого и абсолютно спокоен, и ничего тебя не беспокоит. Прошу прощения за тавтологию. Конечно, хотелось бы найти какое-то душевное спокойствие, но с другой стороны, пока тебя что-то гложет, пока тебя что-то волнует, и получается творчество. А вот вы сказали «гложет». Можете ли вы сыграть, я думаю, что мы перейдем к музыкальной части, что-нибудь такое вот по-настоящему какое-то, не то чтобы злое, да, но то, что вот затронуло сильно и вызвало какой-то отрицательный отклик. У вас очень положительная песня. Как раз. Вот песня такая, она может показаться, с одной стороны, положительной, с другой стороны, отрицательной. Расскажу буквально два слова, да, у нас есть время, там, не опаздываем, нет? Хорошо. Песня появилась очень при странных обстоятельствах. Один мой знакомый, коллега, он тоже музыкант, но занимается рэп-музыкой, и, может быть, даже сейчас нас слушает, не знаю. Я говорил об этом. А какой у него пин-код? Ну, в любом случае, я предлагаю поздороваться с музыкантом. Ванич, привет, если ты меня слышишь. Вот. Однажды он сообщил, что ему приснился довольно страшный сон, какой-то из таких из славянских времен, где люди хоронили каких-то страшных чудовищ, то ли вампиров, то ли еще кого-то, и при этом для того, чтобы они не вырвались из гробов, эти гробы обматывались берестой, то есть была безумно такая какая-то инфернальная картинка описана. И я сел, и где-то, наверное, за минут за пять написал вот то, что вы сейчас услышите. Песня называется «Где не кончается ночь». Да, я напоминаю, секундочку, что с вами группа «Десант», «Живое радио», «Пожалуйста, пожалуйста». Раз, два, три, четыре. За окном проливает слезы капель, это значит пришел безымянный апрель. Телефоны молчат, нам никто не сумеет помочь. Если вечером деньги, то любовь до утра, а свечу не зажечь от ночного костра в том краю, где никогда не кончается стрелка на старых часах, разгребает натужно дымящийся прах, прогоняя настырные воспоминания прочь. На три четверти вальс, на две четверти ход, на два шага назад нет движения вперед в том краю, где никогда не кончается. За
коконом любви, обмотав перестой, твое тело так хочется крикнуть постой, ты немедля своим обожанием меня обесточь. Я буду спокоен, но очень упрям, и тебя никому ни за что не отдам, даже там, где никогда не кончается ночь. Паш, да? А вот ты часто приходишь к нам на студию репетировать со всякими другими какими-то коллективами. Видимо, это параллельные проекты, может быть, ты про них что-то расскажешь? Да, я скажу пару слов про несколько параллельных проектов. Есть некие сотрудничества, да, с другими музыкантами. Последнее время, правда, я открою маленький секрет, что вот мною было принято такое решение, что я в основном... В грядущем, по крайней мере, сезоне буду сосредотачиваться основная моя деятельность. Она будет, естественно, происходить вот с этим коллективом, с коллективом под названием «Десант». Помимо этого, вот имело место сотрудничество с Алексеем Викторовичем Мурашовым. Это экс-барабанщик группы «Секрет». Вот, мы сделали вместе несколько записей. Вот, и, собственно, Леша Мурашов тоже нам помог. Он сыграл в двух целых наших песнях в качестве приглашенного барабанщика. Одна песня уже записана, она называется «Старый акустический код», вот, и вторая, она еще ждет своего выхода. И помимо этого есть еще один проект, он пока находится в состоянии такой тоже легкой заторможенности, заморозки, но, может быть, мы его даже в этом сезоне реанимируем, посмотрим, как получится. Проект называется «Илунга», это такой хороший такой женский пьяный блюз а-ля Дженис Джоплин с женским вокалом. Позвольте узнать, да, кто выступает, простите, за женщину, у меня там, даже там, голос. Там есть девушка, которая играет на гитаре, поет. Вот, а я там выступаю исключительно в качестве бас-гитариста, не в качестве там поющего человека. И как создается эффект именно пьяного женского блюза? А там... Пол-литра перед репетицией. Да нет, это как бы... Это именно такое ощущение такой абсолютной расторможенности, незашоренности, которая там в песне, в музыке присутствует. То есть такой хорошие песни женские, а не легкой женской судьбе на грани надрыва получается. Вот надеюсь, что этот проект, он опять, может быть, будет реанимирован. Посмотрим, как получится. Пока, скажу честно, я сосредоточен в основном именно на том, чтобы в этом году, в этом сезоне все было хорошо у «Десанта». На самом деле хочу поделиться. Я вот под воздействием песен группы «Десант» стала ловить себя уже на том, что унеслась я в мечты свои женские. Сижу тут и вспоминаю всякие светлые моменты моей девичьей жизни. А как люди реагируют на концертах, на ваше творчество? Что они начинают делать? Сейчас расскажу. Значит, в основном они просили нас всегда играть потише. Объясню, почему. Потише? Да. Вот то, что вы видите сейчас, и то, что вы слышите сейчас, это результат очень многократных просьб людей, которые приходили на концерты. Мы играли весь прошлый сезон такое хорошее... жесткое такое электричество, я бы даже сказал, грохочущее в некотором плане. И порой слов было не слышно. Для того, чтобы нам услышали слова, нужно было там ставить пластиночку, вслушиваться во все это на концерте. Все это грохотало, все это была какая-то такая безумная энергия. Да, безумная рок-н-ролльная такая энергетика, животная, можно сказать. И вдруг захотелось, чтобы все-таки люди услышали, о чем мы поем. Именно услышали, и в такой в полукамерной обстановке, чтобы мы всегда вот так вот могли приехать, достали гитарки, достали вот маленький барабанчик, сели и сыграли. В любом месте, в любое время, там не подключая микрофона, ничего, такой хороший unplugged. И здесь, пока вот в таком составе мы сыграли, акустический концерт у нас был один всего лишь, вот и то мы его играли, совершенно не думали, что мы его сыграем, там мы узнали о том, что мы играем этот концерт, где-то часа, наверное, за 4 до того, как нужно было выходить на сцену. Ну, слава организаторам этого концерта, да. Что я могу сказать еще как организатор. Вот, ну мы вот с Сашей приехали, и как бы публике, насколько я понимаю, понравилось.
И мы будем продолжать эту практику. Наверное, после вашего выступления девушки подходили и говорили: еще там автограф, допустим, дарили вам цветы. Как-то так мне это видится. Нам дарили цветы. Да нет, цветов как раз. Вот цветами было, как-то не складывалось. Иногда нет, есть один человек, есть замечательная девушка. Я хочу сейчас ей передать привет, где бы она ни находилась. Может быть, она нас слышит, не знаю. Замечательная девушка, замечательная поэтесса Вероника Гудкова. Она довольно часто бывает на наших концертах и всегда дарит цветочек. Вот. Я думаю, что с Вероникой, раз она поэтесса, мы еще познакомимся, пригласим ее, наверное, к нам сразу на передачу, ко мне, не просто жить. А я ей передам. Вот. А насчет рок-н-ролла. Пишете ли вы рок-н-ролл? И если пишете, давайте его сыграем. И вот. А давай сыграем эту, которая... А пока музыканты вспоминают, я напоминаю нашим зрителям, что с вами в эфире, с вами, простите, не зрителям, со всеми заговариваюсь, не моя передача, живое радио, и ведем мы наше вещание из студии Outguard, и благодарим мы нашего провайдера Intel.com за предоставленную интернет-связь. С нами в эфире группа Десант, которая решила ли что-то группа Десант по поводу рок-н-ролла. Ну что, а может, кота сыграем? Кота не помнишь? Давай кота. Вот мы, собственно, сейчас попробуем сыграть песенку, которая так называется «Старый акустический кот». Вот. «Старый акустический кот». Итак, попробуем. Раз, два, три, четыре. У актеров из театра давно превратились в прах чужие букеты. За ступенями твоего дома давно не видно путанных зимних следов. Ты сказала, что я не могу говорить, но эта песня, увы, не об этом. Я спою о другом, но это случится тогда, когда я буду готов. У китайской лисы семь хвостов, как у блядки, но она всех на свете умнее. Она хочет казаться старше, чем метрике, но кто нынче смотрит туда? Все хотят научиться летать, словно Бэтмен, и жить по заветам Пэймэя. Но мой понедельник по календарю всегда заслоняет среда. Нелепая музыка, в наших песнях чужая картина. Старый акустический кот удалится, не вернувшись в разрушенный дом. Ума Турман становится группой, мне плевать, я люблю Тарантино. Только это не важно, ведь эта песня, как водится, была о другом, совсем не о том. Мы ее даже не репетировали, честно сказать. Спасибо, все равно группе «Десант». Так мы не узнаем, о чем была эта песня, раз она была совсем другом, а не о чем вы пели. И тем не менее, скажите, пожалуйста, вот я вижу, вы играете на акустике. В общем-то, гриф у вас не узкий, наверное, вам как-то сложно. Чем обоснован выбор этого инструмента? Чем обоснован выбор именно гитары? Да, как-то вот акустика непривычно все это смотрит. Да, я даже не знаю, но просто это в основной инструмент, на котором я пишу какие-то песни, подбираю какие-то мелодии, когда так получилось. Гитара — это очень удобный, очень доступный инструмент, его всюду с собой можно взять, когда куда-то едешь в поездку, там рояль за собой не потащишь, а гитару и губную гармошку положил, и, в общем, вот оно, все с собой. У меня вопрос ко всем. Можно? Последний вопрос. Группе «Десант», ко всей группе «Десант» хотелось бы услышать мнение всех музыкантов, что должно быть в исполнителе, чтобы его слушали. И есть ли это у вас? Вот.
Конечно, есть. Что у нас есть? Не знаю, что у нас, но у исполнителя должна быть раскрутка. И смогли бы вы зажечь олимпийский, вот, кстати, подобный вопрос, который... Четыре ведра бензина и коробок спичек. Ну, да, в буквальном смысле музыканты поняли наш вопрос. И отвечать не собираются. На что? А что, что должно быть в музыканте? Раскрутка, конечно, должна быть. Согласен с тобой полностью. Но мастерство должно быть. Честность. То есть, если ты поешь честные песни, если ты не врешь в этих песнях, то, наверное, тогда ты хороший музыкант. Тогда вообще хороший человек, и все у тебя получится. Сознаюсь сразу, мне стремление к честности группы «Десанта» крайне импонирует. Сама я тоже пытаюсь быть честной и искренней, чего и вам советую, дорогие наши радиослушатели. Достигнем мы всемирной любви, коли будем так поступать. С вами в эфире «Живое радио», группа «Десант». И нам, наше время уже подходит к концу, и, наверное, буду просить что-то исполнить. Да, последняя песня, она так и называется «Последняя песня о любви». Еще от Джерри вот. Большое спасибо за «Не плачь обо мне». Ой, большое спасибо Джерри за то, что она нас слушает. Ну, давайте на завязочку, на закусочку. Да, «Последняя песня о любви» называется. Ты ушла рано утром, как банально звучит. Ни записки, ни вздоха, ни звука, как не бывало. И твой номер четвертые сутки бездушно молчит. И вокруг говорят, что со всеми ты так поступала. Но мне все равно. Но мне все равно. Было все в этой жизни и с ума, и чума. Только ты была хуже, чем все они вместе. Мне друзья предлагают, пошли ее на. А я тебе посвящаю новые песни. Но тебе все равно. Но тебе все равно. И в душе поселилась странная пустота, что ни мне, ни тебе не дает промолвить ни слова. И душа продолжает искать Иисуса Христа. Но тело ходит слушать Гребенщикова. Но мне все равно. Но мне все равно.